Итак, ребята, всем привет, мы продолжаем прохождение, и мы вот только-только вернулись из шахты. В прошлой серии у меня не было возможности, как бы, так сказать, корректно завершить все это дело, поэтому сейчас мы пойдем со всеми общаться, и там уже начнем следующее задание. Гамбурис, должен сказать, что... Он назвал тебя ничтожеством, бригадир. Был совсем не впечатлен, чтоб ты знал. Что ты сказал? Прости... Я обещал бригадиру передать тебе его слова, прямо перед тем, как мы вырвали ему кишки. Продолжай. Поосторожней с шутками, малыш. Когда мы завершим наши дела, вы можете или сохранить мое расположение, или лишиться его. Лучше его не лишаться. Учитывая то, в каком состоянии мы оставили игрушки Молоха по твоей просьбе, мы чертовски уверены, что лучше быть на твоей стороне. Молоху будет непросто оправиться, это правда. Но он все еще жив. Мы должны прикончить его. Ты говорил, что он был практически неуязвим. Разве что-нибудь изменилось? Дар Люцифера Молоху. Я чувствовал его, когда мы сражались. Что-то наделяло его безграничной силой, мгновенным восстановлением. Это могла быть только кровавая мантия. Считалось, что они были утеряны много веков назад. Каким образом кто-то, даже Люцифер, мог ее создать? И вообще, зачем отдавать ее Молоху? Проникнуть в разум Люцифера означает сойти с ума. Тем не менее, у Молоха она есть. И ее уничтожение — последний шаг, который мы должны сделать перед ударом. Такой ценный артефакт может храниться только у него в арсенале. А поскольку его войска в смятении... Не благодари. Он не сможет ее защитить. Нужно действовать быстро. Хорошо, и тогда мы сможем, наконец, убить этого сукина сына? Конечно. Так приятно звучит, что я даже захотел поприсутствовать при этом. О, какая радость! А почему только поприсутствовать? Не хочешь сам ударить пару раз? Мои причины не вступать в конфликт касаются только меня. И, кстати, разобраться с Люцифером поручено вам от имени Совета. Разве не так? Это так. Так что вам выбирать не приходится. То, что мы делаем ради равновесия, а не ради тебя. Что бы там ни взбрело тебе в голову. Как и разум Люцифера. Мой разум не то место, где бы ты хотел оказаться. Всадник. Наслаждайтесь своим новым заданием. Ну вот, поговорили. Так, мы пойдем прокачаемся. Что жаждете вы, я спешу предоставить. Так... Наверное, я буду копить 50 косарей все-таки и возьму сосуд неумирающих. Монеты повсюду, не зевайте. Думаю, что рано или поздно я их накоплю. Не от большого ума дела спустить их вот там у девчонки. Ух, какой длинный уровень-то. О, ничего, у нас раздор стал сильнее войны. Охренеть. Ха. Военная машина. Всадники попадают в осажденный чернокаменный замок через черный вход. Им предстоит уничтожить Молоха и вернуть равновесие. Ух, ё-моё, вот это надолго, я чувствую. Часик-то мы там пробродим. Ну, давайте посмотрим, посмотрим. Сновать под землей подобно крысам. Я предпочел бы прямое нападение. Даже не сомневаюсь. Не волнуйся. Что-то мне подсказывает, что по пути мы убьем немало демонов. Славно, славно. Так, сюда мы уже пойти не можем. Я всегда просто проверяю, можно ли вернуться назад относительно того места, где мы стартуем. Потому что бывает, секретики так ныкают. Текс, чё у нас тут? Это сюда.
Так, туда не вылезти. Блин, сейчас попробую попади на эту балку под таким, сука, углом. Опа. А, во. Блин, что с камерой вообще? Да, где-то нам нужно еще будет эту бомбу прилепить, липучку. О, еще сюда. Опа. Такс. И зачем? Так, а как мне это сделать? Так, во-первых, ты мне, дружок, понадобишься. Я даже знаю, мы сначала сюда кинем. Вернемся назад и попробуем рукой ее вытянуть оттуда. Не факт, что получится, но, по крайней мере, это не значит, что я не попробую. О, есть контакт. О, найдите 5 ядер здоровья для раздора. Ай да мы. Ай да мы. Да, то есть тут можно было прям совсем просто сразу на нее прыгать, а не с одной на другую, как я до этого пытался сделать. Блин, раздор у меня уже сильнее войны получается, хотя кто из них танк, еще хороший вопрос. О, понятно. И чё, и куда мне? И на кой мне это? Чтобы сюда вылететь? Непонятно. Допустим. Я серьезно не совсем понимаю, куда мне нужно. Я попытался просто посмотреть, что там, но это как бы не факт, что я бы что-то увидел. Блять, вообще. Ща, я понял. Я забыл про эту штуку. Бля. Во, а вот это уже то, что мне нужно. А чё не так?
перелетел. Как тут мне перелететь, я что-то не догоняю. Да, я там где-то тактично застрял в текстурах. Что же делать-то? Почему-то не сразу получилось, ну да ладно. Главное, что получилось. Так, здесь тупик. Но здесь есть чудесный рычажок. Ага, вот и... мост опущен. Секундочку. Так, идем дальше. Окей, ворота опустили. Я, в принципе, отсюда... А я отсюда вот и прыгну, мне тут делов-то. Что я там обходить вздумал еще? Что, не ждали? Ага, здрасте, приехали, вот и мы. Что-то они как-то не очень взорвались, я ожидал большего. Так, адская гончая, первый уровень. Ага, портал, понятно. Так, тут все уже крутится-вертится, я смотрю. Ба-бам. Враг окажется в очень невыгодном положении, если их уничтожить. Ха, меня дважды просить не надо. Так, ага. Я понять не могу. Кажется, они о нас знают. То есть нападают. Да, опомнились. Уничтожить 10 построек. Ну, какие-то постройки я, в общем, уничтожу. Я просто все взрываю, а дальше сейчас само уже что-то происходит. Так, я пока ни за что тут дергать не буду. Я еще наверх хочу вернуться. Вот, да, вот эти вот бочки наверху меня уже больно заинтересовали. Нужно сейчас на балки эти снова залезть, там был проход. Да блядь. То есть тут я так не пройду.
Ой, я там монетку видел. Как думаешь, после Молоха мы наконец найдем Люцифера и покончим с этим? Исход не важен. Главное поставить Молоха на место. Ни одному демону нельзя владеть такой мощью. Знаешь, у нас были разногласия. Мы немало сражались, повидали и артефакты мощи, и некромантию, и злых демонов. Но это было весело. Полагаю, что так. Ты что, улыбнулся? Война, я все видел. Я всем расскажу. Ты не подумай, я просто представлял, как разрублю Молоху череп напополам. Конечно, как скажешь. О, ключик. Собрать 18 ключей ловкача. О, так это следующая ачивочка уже. Так, это мы взяли. О, а там эту. Это не монета, там, блять. Нет, пока. Там не монета была, там это, здоровье. Так, интересно, куда эта штука меня наверх отвезет? Ага, понятно, 10 раз она меня наверх отвезла. Попробую допрыгнуть оттуда. Мы же сейчас наверх будем подниматься. Молоху нужны их трупы. Признаюсь, их рвение похвально. Ой, я промазал. Воу, неплохо. Еще пацаны набежали. Так, с этим вы... Офигеть, у меня столько уже патронов появляется крутых. Ну, умения активируются. Так, где мост опустился, вы мне скажите, покажите. Так, так, так. А, ну вот здесь он. Так. Ага. Хотя стоп. Так, я вот здесь, она вот здесь. Ага. Дебилы. Ну, хер знает, как туда-то попасть вообще. Вот как эти болтусы сюда упали. Тоже отдельный вопрос. Ну, этих максимум у меня уже. Громоплюй. Ща он. Мы ему там наплюем по самое не могу. Ладно, сука, где ты? Иди сюда. А, пожи. Сейчас я тоже превращусь в стреляющую хуйню. Ну чё, кто кого? Лох. Я его перестрелял. Важное ядро. Окей. Громоплю легиона. Так. Попробуем
попробуем вот отсюда долететь. Так, ладно. Ну, там карта лежит просто. Ну, как правило, к карте очень легко добраться каким-то альтернативными путями. Стоять! Эй, ёптыть! Я туда хотел залезть. Ничего, сейчас залезу. О! Шикардос, 33 тысячи душ. Разрушить все тайники Молоха. Ну, все-то я уж точно не найду. Я даже не претендую. Ёп, твою мать, на подобные звания. Да вы гоните! Что ж происходит-то? Да. Пожалуйста, хватит. О, интересно. Вперед! Готовьтесь умереть за нашего повелителя! Принц, что? Сальники! Сражайтесь, глупцы! Продолжай говорить, не отвлекайся. Очень зажигательная речь. Надо было дослушать, а то я что-то поторопился. Блин, это хорош. Так, ну бочки меня не взрывают, это уже хорошие новости. Ух, вот это веселуха. Блин, а вот это я поторопился явно. Смотрим, что мы тут уже проебланили. Вот монету одну. Третья монета где-то есть. А. Интересно. Можешь сходить найти, пока мы далеко не ушли. Хотя... Не, мы далековато уже все-таки ушли. Ну, там вот эти болтусы еще зависли, ко мне не спускаются. Во. Я их сейчас сюда, блядь, заманю в итоге. Не рой, в общем, яму другому. Попадешь в нее сам. Такова мораль этой истории. Хотел их в бочки заманить. Ничего, ты до меня дотянулся, как сука. Да ты хорош, ты че? Блять, вот это боль была. Блять, за самым подзатыльник получил. Пожи, пожи, я ящик открою. Вот так вот. Так, вот это я все соберу. Даже несмотря на то, что оно в воздухе болтается.
О, ключик. Ключик я заберу. Да вы заебете. Блять, выпилился, ну ничего страшного. И снова. Так, это что у нас? Максимум опять. Да фу, на ровном месте, блять. Дебил. Так, куда? Куда? А, так вот, я, собственно, здесь-то и нахожусь, я же на ровном месте спрыгнул. Эх, окей. Ебать. А почему ты не умираешь? Ну-ка, умри. Алло. Закрыть. Главное, останки упали, а он спокойно там ходил. Вали, а? Херенище. Че он себе взомнил? Монета лодочника, что-то я даже не заметил как-то. Ну ладно. Раз добавилось, то хорошо, я че против. Так, снова ломать. Еще больше ломать. Все сломано. Отлично. Бонусы. Это откуда еще там? Подарочки прилетели. О, а вот главный подарочек, я вижу, внизу стоит, ждет меня. Так, ну я тут сначала прогуляюсь. Так, ворот какие-то. О. А туда я не могу пойти, самое что интересно. Ну ладно. Я снесу тебе башку. Бля, вообще огонь. А, я не ту нажал! Демон, вот сюда, давай. Здесь постройку уничтожил огонь. Бля. Блин, они опять по воздуху ходят. Этот вот козлина уже снова по воздуху. Чё, 39 тысяч, охренеть. Так я все-таки соберу 50 косарей за этот уровень, да по-любому. Ой, что-то новенькое такого еще не было. И бомбочка из него еще выпала. Ох, там как внизу сколько всего. Чё, приеду, что ли? Но супер жук в атаку. Вот все стоит, там страдает, зараза такая. И мне там
сражаться! Продолжай сражаться! Если потребуется, мы утопим Молоха в море крови! Черт, война! Где же ты был? О! Так, тут ничего нету, а вот туда не попасть. Ну, судя по всему, сюда нам и не нужно. О, приветики. Опять по воздуху бегают, а? Стык, гады. А я, главное, там погибаю. Короче, мы вот сейчас стоим вот здесь, и в теории мы можем спикировать сюда и выйти сюда, то есть там босс. Мы в любом случае туда придем. Торопиться я, наверное, не буду с тем, чтобы добраться до конца. Я потому что тут еще вон поблуждать хочу. Там вниз есть куда спуститься, что поделать. Так, там не пройти, и плюс камера еще с ума сходит опять. В стены упирается. Эй, подождите, подождите, подождите. Куда? Я какие-то даже спецприемы исполняю. Неосознанно, но я это что-то делаю. Да, ты пёс, вообще, ты что делаешь-то, алё? Сейчас мы хотел сказать, с двойником тебе замочим, но двойник не дожил до конца, к сожалению. Так, я иду вниз, короче, со своими прибамбасами. Я там сундук видел. Вон, вон, я вижу его силуэт. Точнее, его мерцание. Так, степендрей, подожди. А, вот он. Вот он. Дружочек. Попался. У-у-у. 41 тысяча. О, это что такое? Война, твой выход. А это что ты? Понимаете? Ёп, что это было вообще? И что мне с этим делать? Не понимать. О, но я понял, наверное, просто успеть нужно добежать. Давайте посмотрим. Мне кажется, именно туда нужно добираться, успевать. Да. Круто. Блин. Ну туда вряд ли, конечно, можно зайти. Так, тут же ничего нету больше. Да, тут тупичок. Так, стоп, а тут что? А, ну понятно. Или непонятно. А
Хотя нет, вроде понятно. Так, задание. 2500. Опа, бронированный боец легиона увеличивает урон от контратаки войны из... А у нас есть такой. Блин, как камера неудобно поворачивается. И непривычно. Чтобы открыть, вам понадобится 2. У меня как раз есть, я на этом уровне именно 2 я подобрал. Они их как-то лениво заныкали, если честно, могли и получше. Так, и чё? И чё вы мне предлагаете? На кой? Ну, допустим, и чё? Так, меняем на супер перчаточку. А он полетел сюда, зараза. Ага, понятно. Сюда, сюда, пошел. Бадабум. Ага, опять, понятно. Так. Да ё-моё. Да вы чё жопитесь-то? Так, ясно. Переключиться нужно. А на воздухе осталась эта шняга. Да бляха. Так, ща. Ага, то есть это не так работает. Ну, огнище чё. Так. Бля, что делать? Что-то я не догоняю. Я не знаю, подождите. Так, сюда я не могу залезть. Никак. Где вообще, блядь, нахожусь? Так. Что-то, блядь, понятнее не стало, конечно. Так, у меня есть другая идея. Не факт, что она сработает, но я попробую. Да попади ты. Попробуем, так сказать, цепь создать. Бля, да что же делать-то, я не понимаю. Что же делать? Не знаю. Да ёп! Потратил пустую. Я, конечно, предпочел бы не вспоминать об этом энергетическом шаре. Не
то, что ты будешь делать-то? Ну, серьезно, не знаю, как огонь оттуда туда перетащить. Догадок ноль. Просто если я заряжу, это ненадолго будет. Да, я не успеваю. Он ее долго не берет. Да, блять. Как не успеть тут? Ну, бля. Мысли нет, я не знаю, что здесь делать. Как-то сложно, непонятно, что от меня хотят. Так что, видимо, мне придется оставить эту локацию. Но, к сожалению, потратили два ключа, и как бы я не сообразил, что от меня хотят. Очень жаль. Два перехода в этой локации, блин, так неудобно. Так, ну монета, спасибо. Так, монету взял, это взял. Ну все, в принципе, отсюда можно и уходить тогда. Но, блин, как обидно за загадку. Не сообразил, честно. Можете обоссать в комментариях потом. Ну, я думаю, если бы мы на стриме проходили, мы бы с вами сообразили по-любому, как она решается. Одна голова хорошо, две лучше. А когда этих голов целый стрим, то вообще заебись. Надо уж скоро потестить будет. Ну, на чем-нибудь потестим. Опа, это как туда упало? Ну, не то чтобы мне эта штука была действительно нужна, блядь. Выпил. Выпилился. Шлеп-шлеп-шлеп. Шлеп-шлеп-шлеп. И вот я наверху. Уё. Я на обратном пути выстрелю. А, круто, сразу появляется. Ну, я что-то так и подумал, что не можешь же там в одностороннем порядке эту штуку разрушить. Вдохни-ка запах пороха. Окей. О, это мне в начало предлагают вернуться, как мило. Проверим мою гипотезу. Ага, ну да, самое-самое начало. Не совсем понятно, на кой мне сюда возвращаться. Например, если бы мне нужно было в это святилище ключника, мне отсюда намного ближе. Вот и оно, тайна, что придает Молоху сил. Это
это все мне. Это и есть кровавая мантия? Что-то ее слабо охраняют. Ты разочарован, брат? Я переживу. Давай испортим Молоху день. О-о. Судя по всему, насилия не избежать. Ну вот, другое дело. Ну да, по-любому какая-то подстава. Скорее всего, следующий уровень это будет чисто под битву с Молохом отведен. Ну, как обычно. Один босс и два уровня арены мы так сделаем. Ой, ненавижу тварина. Только из-за того, что здесь эти ведьмы ебучие. Да куда же ты, господи, а? Он почему-то вообще не в ту сторону слоить начал. Да блин, она телепортнулась, сучара. А ну стоять, тупак, тебя можно было сейчас завалить. Вот и все. Да хорош, сколько можно это. А я что, когда я рядом с ней нахожусь, меня коцает, что ли? А это что за херы такие с короной, я таких еще не встречал. Так, у меня надоели. Да ее в целом неплохо охраняли, но не так, чтобы очень хорошо. Вот и все. Кровавая мантия вновь затеряна в веках. Надеюсь, на этот раз с концами. Так, здесь ничего нету. Да, здесь ничего нету. Завершаем главу. Всадники уничтожили кровавую мантию Молоха. Молох Сасад. Так, ну чё, читаемся и закончим. Мантия больше не сможет защитить Молоха. Теперь он наш. Отлично, всадники. Теперь, когда его военный лагерь разрушен, а магия развеяна, у вас есть все шансы одолеть его. Не будем полагаться на случай. С Молохом будет покончено, как и с остальными. Я присоединюсь к вам. Его будут хорошо охранять. А кроме того... Я хочу посмотреть на выражение его кривой рожи, когда он испустит дух. Я ждал этой минуты после нашей первой же встречи с Молохом. Мы готовы? Встретимся на месте. Ну что ж, ребятки, на этом мы тогда и закончим. Я благодарю вас всех за просмотр. Всем пока-пока.